Перед встречей в рамках чемпионата России высшей лиги Б по волейболу наша команда находилась на последней строчке в турнирной таблице, соперницы на третьей. И многие думали, исход матча понятен, но не тут-то было. Наши девушки выдали такую мощную и вдохновенную игру, что ни в одной из партий не вызывало сомнений, в чью пользу она закончится. Прилив сил алтайским волейболисткам дала не только своя площадка, где они играли на глазах своих друзей и родных, но и пополнение команды качественными игроками. На домашнем туре таких появилось сразу трое. Поймав игровой кураж, Алтай Агау выигрывает уверенно 3-0. Особенно хорошо сегодня сыграла защита. Сложные доигровочные мячи, которые мы поднимали, они на краях все забили. Неплохо и Фанова игрой дирижировала. Из теплого зала перемещаемся на улицу. Здесь усердно готовятся к продолжению сезона футболисты «Динамо Барнаул». Еще неделю бело-голубые будут работать на снегу, а потом перейдут в манеж «Темп». И дальше по плану долгожданные сборы. Команда отправится в Крымск. Первый матч «Динамо» проведет на выезде 13 апреля против ижевского «Зенита». Дмитрий Дроздов, «День с толком».